Мы стараемся организовать встречи как с техническим руководством, так и с первыми лицами непосредственно. Соболев Игорь Витальевич неоднократно, даже не то, что неоднократно, а постоянно с ними встречается, контактирует, поясняя, что сегодня происходит, какие условия сегодня. Потому что, сами понимаете, с каждым днем условия горно меняются. Технический персонал старается тоже довести информацию, потому что есть и среди них и люди с горным образованием, которые понимают, в чем происходит дело. Мы предоставляем чертежи, документацию, чтобы можно было совместно как-то рассказать, обсудить, понять, в конце концов, понять, что на самом деле происходит.